Добрый день, друзья. Мы снова у наших больших кошек. Дети. Но. Идите сюда. Покажитесь, какие вы уже большие. Вон уже такие большие фыркалки. Ну, а я, друзья, с очередными новостями. Сегодня у нас суд Олега Алексеевича опять, да? Это 828-й, если я не ошибаюсь, суд. И 600 судов было с ветеринарами. Почему я об этом говорю? Вдумайтесь только. 600 судов с ветеринарами. В то время, когда во главе ветеринаров был... Это я, да? Иванов был во главе ветеринаров. Ты помнишь, что это за человек? Разве это человек? Хочу чуть-чуть углубиться, друзья, в историю этого человека, точно так же, как я рассказывала вам про Перевович, потому что каждый день к нам добавляются тысячи человек на наши каналы, и, конечно, не все помнят всю историю, почему тому же Иванову и Тушиной в Тайгане поставлены антипамятники. Вот. И вообще, почему мы о них говорим в негативном ключе? Кто такой ветеринар Иванов? Это главный ветеринар, не знаю, кстати, сейчас, по-моему, тоже главный ветеринар Крыма. Человек неординарный, очень неординарный. Еще во времена Украины он прославился тем, что... тогда не помню, как это у нас было, Рада или как-то назывался этот, значит, совет. Он был депутатом, по-моему, и какой-то, да, какой-то принимали законопроект, насколько я помню. У нас очень много зрителей крымчан, поправьте меня там, допустим, ну, по-моему, да, по-моему, закон какой-то принимали. И Иванов, тогда он еще не был главным ветврачом Крыма, да, с его позицией не согласились. Он не нашел ничего лучше, как объявить перерыв в заседании. Пошел, друзья. Приготовьтесь, как говорил Жванецкий. Купил топор, пришел, и когда прошло голосование, не в пользу, так сказать, желания, в общем, Иванова, он просто взял и перерубил топором кабель в Верховной Раде. Вот так как бы начиналась его карьера. Потом была какая-то ссора с тещей. И то ли он ее, опять-таки, друзья, поправьте меня, то ли, ну, не убил точно, но, по-моему, избил ее очень сильно, и ему дали 3 года. Он отсидел, по-моему, 1-1.5 года, вышел, и тут, значит, Крым перешел в состав России, и он стал главным ветеринаром Крыма. Это при том, что профильное образование, насколько я помню, у него было, но работал он где-то 1.5 года всего к тому моменту, как стал главным ветврачом Крыма. Он работал где-то 1.5 года, в общем, по профилю и то. Ну, что-то там тоже очень мутно, очень все это смутно. Я просто неожиданно узнала как бы новость, да, нужно было поднять эту историю, посмотреть более детально. Но сам факт. В тюрьме сидел, кабель перерубил. Еще тогда, по-моему, Матвиенко назвала его прогрессирующим дебилом, по-моему.
опять-таки могу ошибаться. Вот, друзья, напишите в комментариях, кто, значит, помнит эту историю. То есть человек абсолютно с неуравновешенной психикой для меня, потому что не может нормальный человек, не найдя аргументов, да, в споре, просто пойти, взять топор и перерубить кабель. И так решить, как ему казалось, проблему. По мне, так это явно там, в общем, плачет дурдом. Но вообще, вот я вам хочу сказать, что почему-то зоопарк, и особенно такой успешный, с таким ярким лидером, как Олег Зубков, очень много притягивает вот таких странных личностей, которые хотят, на мой взгляд, прославиться и войти в историю. Если не в поддержке этого объекта, да, то из зависти в противостоянии в каком-то, понимаете? Если человек не может быть таким же лидером, если у него не хватает слов или не хватает ума, то он начинает вот воевать против Тайгана. Чем прославился Иванов в Тайгане? 600 судебных заседаний было возбуждено по самым абсурдным делам. Я не хочу все сейчас перечислять. Напротив меня стоит памятник Алтаю. Мы недавно на канале Ангелины рассказывали. Если надо, напишите, друзья, я вам тоже расскажу про этот памятник. Сейчас только вкратце. Ветеринар Иванов. Мы отправили тигренка взамен большого тигра. Ветдепартамент его на границе конфисковал, потому что у него были все документы у этого тигренка. Но не было ветсправки, которую Иванов ни за что в жизни бы не дал Олегу Зубкову из зоопарку, значит, сказкой Тайган. А нам нужно было, значит, делать обмен, менять кровь. Ветдепартамент конфисковал этого тигренка на границе. Что он должен был сделать? Он должен был оштрафовать на 1000 рублей и вернуть тигренка владельцу. Что делает ветеринар Иванов? Тигренок просто исчезает. Исчезают потом записи во всех, значит, там организациях, которые были причастны, на таможне. И исчезает тигренок. Те, кто с нами долго, те помнят, сколько мы искали и бились, чтобы найти этого тигренка. И когда Иванов и ветдепартамент Крыма поняли, что им не удастся замолчать, извините, это не котята, которых на помойке много, а амурский тигренок не ходит по улицам Крыма и не может просто так куда-то исчезнуть. И они этого тигренка после долгих мучений, как нам потом рассказывали, значит, люди, что он был и на Ай-Петре, там с ним фотографировались, и как бы потом не доказывали, что это совсем не тот тигренок. Стесняюсь спросить, а где тот тигренок был эти долгие месяцы? В конце концов, когда поднялась очень большая шумиха, тигренок оказался, его сдали в ветдепартамент, так прям неожиданно, сдали в Симферопольский зооуголок. Мы долго судились за этого тигренка, долго бились, но там предпочли, опять-таки, ветеринары, подвластные Иванову. Вдумайтесь только, ветдепартамент Крыма, все ветеринары их. Они могли взять лучшего ветеринара, который смог бы рассчитать дозу снотворного. Они решили перевести, значит, этого тигренка. Он к этому моменту уже 2 года мы за него боролись. Он же превратился в тигра-подростка. И они решили его перевести, якобы улучшить ему условия. Да, моя хорошая, перевести его в другой вольер. И вот вызвали ветеринаров. Ветдепартамент Крыма, еще раз, друзья, подчеркиваю. Вызвали ветеринаров, которые усыпили Алтая. Больше Алтай не проснулся. Ветдепартамент Крыма, лучшие подвластные им ветеринары, не смогли рассчитать дозу снотворного, чтобы усыпить тигра, и он проснулся. О какой квалификации идет речь? И чему этот ветдепартамент
на протяжении 5 лет пытался научить Олега Зубкова и его команду. Так вот, к чему я всю эту говорю предысторию. Этот самый плюс, чем он еще, значит, прославился в Тайгане, он лично, опять-таки, со ветеринара усыпляли, когда Олег Алексеевич уехал в Москву, Иванов взял свою бригаду и поехали на нашу ферму и усыпили 500 свиней вместе с маленькими поросятами. А потом ветеринар Иванов в белой рубашке, когда водитель трактора, они привезли крематорий туда свой и стали сжигать этих свиней и маленьких поросят новорожденных, которым делали смертельные уколы и убивали их. Водитель трактора отказался грузить этих умерщвленных свиней в печь эту и ушел. Он оказался более человеком, чем ветеринар Иванов. Потому что Иванов в белой рубашке, и я это снимала, и есть эти видео, лично сел за этот трактор и всю ночь, друзья, да, сейчас принесет он мяско. Всю ночь грузил свиней до утра следующего дня, лично грузил свиней и сжигал их в крематории. Утром встал с этого трактора и поехал домой, видно, полностью удовлетворенный. А потом еще эти свиньи, которых не сожгли, их просто бросили. И эти тела, опять-таки, есть, да, эти видео, я сидела напротив и снимала это, потому что плакала. Мне было жалко этих, ну, одно дело, когда выращивают свиней, да, понятно, что идут на корм животных. Это есть какая-то цель. О! То есть это идет на пищу, да, на корм. Но когда вот просто так из ненависти убить 500 свиней и маленьких поросят и сжечь их в крематории, просто из ненависти к Зубкову, это во мне вызывает вот прям негодование, это мягко, если сказать. Так вот, к чему я это все вспомнила. Вчера буквально мы вспоминали Перелович и куда она эту пойдет. А сегодня, значит, тоже нам-то пишут отовсюду. Поступила такая информация, не знаю, насколько правдивая, но дыма без огня не бывает. И я думаю, что буквально в ближайшие дни мы узнаем, в неделе, насколько она соответствует действительности. Оп, пошла кушать. Вот, друзья, этот самый памятник Алтаю, украденному. На нем написано: «Тигренок Алтай родился 02.06.2017 года. Был украден Ветдепартаментом Крыма в августе 2017 года. Помещен в Симферопольский зооуголок, где умер 4 апреля 2019 года от передозировки снотворного. Прости нас, Алтай, за то, что мы не смогли тебя спасти. В памяти изготовлено средство друзей парка». Так вот, друзья, пришла такая информация. Не знаю, насколько это правда, еще я скажу, но думаю, что таки да. Что сейчас на хвост этому самому Иванову сели, значит, органы. Не будем говорить, какие. За то, что тот замешан якобы в укрывательстве генератора. А вы помните нашу историю тоже с генератором, когда забрали у нас генератор, который нам дала Москва, увезли, и как умирали наши животные. И тут тоже отметились. Так вот, в укрывательстве генератора, мобильного крематория и нескольких уазиков, которые предназначались для российских военных в Украине. В общем, говорят, что тот самый Иванов оббивает пороги
крымской власти и просит его как-то прикрыть. Ну, насколько это правда и насколько этому ветеринару с топором удастся это сделать, будем видеть. Потому что бумеранг, друзья, еще раз повторяю, это такой предмет, который иногда долго находит свою цель. Хотелось бы, чтобы быстрее. Но попадает всегда точно в цель. А мы, как всегда, с любовью из Тайгана. До следующих встреч. И, надеюсь, до следующей хорошей информации не о врагах и завистниках Тайгана, а о наших животных, о наших друзьях и вообще о замечательных событиях, в которых участвуют Олег Зубков и его команда.